Ты человека похитил! Да мы нахуй никого не слушай, похищал! Не гони, наш чувак лежит! Мы его забираем! Куда? Не поможет ему больница! Забирать. Понимаете, он очищает! У него вот все сейчас в душе открыто, ёбать! Машина была у благополучной семьи, ну какой ты семьи брал? От вас помощь нужна будет, небольшая. Желательно вам не видеть бы этого. Отпусти его, Марина открыла свои двери! Сварга, вынеси его! Тихо, тихо, тихо! Тихо, Юрец! Тихо, Юрец, успокойся! Юрец, слушай, он тебе что говорит. Что за херня? Слушай, что он тебе говорит. Да успокойся! Юрец! Он головой же ударился? Ударил, конечно. Что делать? Я не могу дотащить. Тихо. Ух, кто такие? А ой, как он тут оказался? Мы за другом пришли. Ты же сказал, у тебя нет тут никого. Я сказал, не хуй здесь делать, ёбаный в рот. Ты сказал, нет тут друга. Охуели, что ли, ёбаный? Нам друг... Лазить по домам, а? Блять, это похищение. Черти, ты понимаешь, что, ты человека похитил. Да мы нахуй никого не слушай, похищал. Слушай, не гони, наш чувак лежит. Это наш друг, реально. Какой ваш друг? Пойдем разбудим. Человеку спросим. Плохо, ёбаный. Не ты его накачивал? Я его ничем не накачу. Давай мы его сейчас просто заберем и все. Не надо ему, больница никакая не поможет. Плохо ему. Не трогайте его. Ты можешь объяснить? И что, нам просто друга тут оставить? Да. Его родные уже ищут. Да. Ему не поможет ни больница, никто ему не поможет. А ты поможешь? Помогу. Каким образом? Помогу, я говорю, помогу. Да ты видел, в каком он состоянии? Знаю. Мы его потеряли. Нам сказали, что у нас из-за машина проклята. Он сел в тачку, пропал. Да, проклятие на нем висит. Мы 4 дня его искали. Проклятие на нем висит. Трогать его нельзя сейчас. Я сам отхожу его, не трогайте его. Его трясет. Смотри, у него руку закинул, он в руку. Уйдите от него, не трогайте. Давайте его в чувство приведем просто. Все это... будет хорошо. Это стрёмно. Уйдите. Уйдите отсюда, я сказал, из комнаты уйдите. Забирай ружье. А хотя что, давай на него просто, типа. Пойдём с ружьём на него. Да, давай в натуре, чё мы тупим. Все хорошо, дышит, все хорошо. Мы его забираем. Куда? Не поможет домой ему больница. Убирать. Ты ружье оставил. Не поможет ему больница. Ты какие меня варианты? Стрелять можешь, мне я не боюсь пуль. Пойми, мы нормальные. Не поможет ему больница. Не поможет ему больница. Мы говорю. Друзья его. У него предмет, машина, ключи, картина, что-то недавно он взял. Ему эта вещь понравилась. Оттуда взял он всю эту энергию, себе забрал. Она у плохого человека, эта вещь была. Он один здесь, тут негативной энергии нет, он один здесь. В больнице злых много. Они ходят, они орут друг на друга, им плохо там всем. Они, и он опять, он открытый весь, у него все открыто, он опять на себя всю эту хуйню возьмет. Вы как не понимаете этого? Дай минуту объяснить. Есть машина, от которой идет просто, ну реально куча проблем у нас постоянно. И бывший владелец... Недавно взял. Да, это я ее купил, а он на ней поехал. Бывший владелец этой машины пропадали без вести. То есть два владельца, как минимум, мы знаем, которые пропадали. Он поехал ее перегонять, и мы просто нашли перевернутую машину, его не было в машине. И потом нам сказали, то, что он был в заброшенной церкви. Ты его в заброшенной церкви нашел? Да. Вот. Он полз сам туда, я по следам видел. Он тебя полз, как он звать? Плохо. Как звать? Митяй меня зовите. Митяй, слушай, дружище, давай как-то нормально урегулируем вот это. Как нам? Нельзя трогать. Мы в город повезем его, мы в больницу его повезем. Я мог его везде отвезти. Не поможет. Таур есть открытый у человека, у некоторых людей закрытый, замкнутые люди есть. У него все это открыто. Он сел и взял всю эту хуйню, взял на себя, у него... Машина скинула ему все. То есть я так понял, мы должны избавиться у него как от того предмета? Как проклятие. Давай и... А как избавиться от этого проклятия? Обряды нужны, не один нужен, надо смотреть. Пока из него все это выходит. Понимаете, он очищается. У него вот все сейчас в душе открыто, ебать. Как вы не понимаете? Мы сейчас вы его заберете, ему хуево станет. Он все, отъедет. Все, он пропадет, ебаный. Я сюда никого не... Я псов здесь завел, чтобы не ходили ради него. Ебаный в рот, псарни привез. Все, успокойся. Не трогайте его. Все, мы уйдем. Ему плохо вечером становится. Как закат приходит, сейчас ночь длинная, надо всю ночь с ним сидеть. И никому не говорите, не надо, ни попов, никого сюда не надо, они хуже сделают.
Я отхаживал уже таких, знаем мы. Что будем делать? Вообще, я верю отчасти ему, мужику. Но откуда он про машину знал, сам подумал. Говорит, машина, ключи, какая-то вещь. Да. То есть, он не, то есть, получается, юрист не мог ему рассказать, потому что, ну, видишь, он сам не понимает, что. Сам прикол, что... Я прикинь, я загрузился. Да. Ты видел, он его защищает. Да, он его защищает. Он, наоборот, от нас его как будто даже защищает. Я знаю. Я знаю, да? Сейчас его вообще трогать смотри, нельзя. Смотри, мы в любом случае будем приезжать и проверять. Ладно, только приезжайте... Спокойно, не сразу, не ломитесь. Я чтобы вас понял. Увидел. Частично обряды вам полностью не надо смотреть. Мне надо увидеть машину. Машина была у благополучной семьи или у какой-то семьи брал? У кого? Как ты ее взял? Я взял просто, чувак мне ее скинул, потому что нам сказали то, что проклятие передается по договору купли-продажи. То есть кто ее покупает, на том проклятие. Нет, проклятие именно на самой машине сидит. А. Я еще раз говорю, ну, друг смотри, ваш... Ну ты думаешь, все в порядке будет? Будет все хорошо, но... Надо вам, вы в город ездите, я в город не езжу уже. Что тебе может привезти надо? Нужны туда? Свечи мне, у меня свечей нет. 10 свечей, но только не в церкви берите, только не в церквях берите. Мы поняли. Только не в церквях. И нельзя брать свечи у мужиков, кто продает, не берите. Женщины, да? Только женщины. Возьмите мне нитку, обычную нитку. Нить. Цвет. Белую. Нить белая нужна, ага. Обычная нить. Вот как шьете, зашиваете все. И если найдете два пера обычных. Поняли. Обычных два пера. Хорошо. И не тревожьте его. Я вас умоляю, не тревожьте. Все, все будет хорошо. Все. Пойдем отсюда. Иди, иди. Отсюда. Стой, 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 стой. Блин, даже Санек сказал, что он не этот, не врет. Мне кажется, мне он рили, он его защищает. Не ты видел, конечно, он как он у нас, это... У нас тоже нам рисковать нельзя. Вы запомнили что? Вдруг он правду говорит там? Он говорит 10 свечей, 2 пера. Везем все. Поехали. Поехали. Короче, мы купили то, что он просил, только он просил 10 черных свечей, но были только такие. Мы купили церковный, но он не в церкви, а у какой-то тетки. Так же, как он и просил, потому что не у мужика, так совпало. Купили белые нитки, потолще даже нашли. Единственное, мы не нашли перья, потому что даже не представляю, какие вообще перья. Он даже не говорил, чьи перья. Но он павлина, сказал, блин. По желанию, что ли? По возможности он сказал такие. По желанию. Возможно, не было у нас такой возможности, поэтому придется довольствоваться ему тем, что есть. И вообще, вообще-то он мог бы сам это все купить, потому что машина-то у него есть. Ну да, странно. Ну, ладно, короче, мы сгоняли по-быстрому. А Ромы с нами сейчас нет, потому что, сами знаете, его уволили. Его вызвали в прокуратуру. И сейчас он там что-то решает свои дела, он потом, возможно, подъедет, если успеет. Слышь, может, он его накачал чем-то и нас сейчас накачает? Может, не, нас же двое. Ты ничего, главное, не пей, не ешь у него там, если он ну да, предложит, да, и да, все. Точно. Чё за? Дверь закрыта? Ну чё, заперся? Может, его нет? Хотя стучи. В окне слышно ходит. Слышно будет? Да. В окне слышал, ходит кто-то. Иду я, иду! Иду! Опять он идет. Как обычно. А, ребят, здорово. Че, быстро мы? Короче, ну, смотри, свечи только такие были. Церковные, но мы не в церкви покупали, купили какой-то бабульки. А, ну не в церкви. Ну черный, просто черный не знаем, где найти. Нитки? Да, ну маленько посложнее, ребята, будет. Серьезно? Ты из-за цвета? Да, значение имеет, но посложнее чуть-чуть будет. Ну, немножко подольше, сейчас попробуем. Перья не нашли, получится. Не знаем, где перья брать. Боже, что ж, как с вами сложно-то все. Да, просто что мы понять не имеем, что это брать. Сложно, что с вами сложно. Как сложно он сложно как-то. Да как? Плохо ему. Ну, сойдите. Плохо ему. Я, наверное, не в силах. Я туда донес. Я... В смысле, он наверху? А где Юрец? Пойдем. А как тут он даже там нет, что ли? Как кто туда затащил-то? Нет, вот там. Уложить его. Вверху. Не, тяжело просто будет. А как-то наверх-то затащил? Да, такой это лестница. Не то. Это долгая история. Только не затопчите, руны не затопчите, символы затопчите. Чего? Символика какая-то. Что вообще не похоже на руны? А? Это для обряда надо. Это только не затопчите. Пожалуйста, я вас прошу. Да мне от вас помощь нужна будет, небольшая. Надо будет сейчас его уложить. Я прикрыл. А как же руны прикроются же? Да, это не влияет. Сами руны не закрываете. А в центре что это? В центре она просветит. Это руна Перуна. Эх, совсем ему хреново. Вот давай. Вот ложим, все.
тяни его повыше, а то руны. Он вообще смотри. Можешь подушку ему подложить хотя бы? Не надо, нет. Ему и так сейчас не до этого будет. И сейчас будет. Сейчас будет обряд происходить. Желательно вам не видеть бы этого. Это, ну, это не для каждой глаз, не. Я бы не посоветовал бы вам. Не, мы наоборот хотим посмотреть же, да? Ну да. Ну, я не знаю, как посмотреть. Ну, присутствовать при обряде нежелательно бы. И так сложно будет. Ну вот, сейчас мы сделаем путы. Путы делаются, ребят, для того, чтобы дух ушел с него, когда выходить будет. Сварга сама, когда побежит с него. Чтобы она ни на кого, ни на вас, ни на меня не убежала. Чтобы запуталась она в них. Что блуждала, ее сразу выгнать невозможно, так как часть ее осталась в этом предмете. Я чувствую это, мне кажется, так и есть, мне кажется, эта машина и есть. А смотри, мы от нее просто избавиться можем? Ой, я даже не знаю, но избавляться, ребята, вам точно надо от нее. Ребята, вот теперь присутствовать вам бы нежелательно, бы я бы вот... Ну, пойдем, что? Идем вниз пока. Как бы... Чего? Мне кажется, он просто отстал, и мы время теряем. Я тоже кажется, что это бред, это уже не выглядит как. Ну смотри, сейчас если он пробозит, если не помогает, то везем Юрса в больницу. Конечно. Берун, приди, помоги! Куда будем, да Берун, приди! Марина! Марина, открой свои двери! Выпусти со своего плена! Выпусти его! Поклоняюсь тебе всю жизнь я! Помоги мне! Помоги вытащить его! Уда, отдай его мне, Уда! Уда, отдай! Перун, да ты верховный бог наш! Отпусти его! Марена открыла свои двери! Сварга, выйди с него! Выходи с него! Выходи! Выходи! Помоги мне, Перун! Перун, помоги мне! Выйдет, выйдет, иди! Иди на мой голос, иди! Иди, 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 тихо, 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 лежи! Лежи, лежи, лежи! Тихо, Юрец! Тихо, тихо! Юрец, успокойся! Юрец, тихо! Тихо, Юрец! Все, хорошо! Тихо, Юрец! Юрец, сейчас гори, блядь, успокойся! Кто? Кто такой? Успокойся, ля! Тихо, 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 тихо! Главное, круга не выпускайте! Тихо! Все! Рвем, путай, что за херня, пацаны? Тихо, 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 сейчас. Юрец, слушай, что он тебе что говорит. Что за херня? Слушай, что он тебе говорит. Тихо. Ты кто такой, гоблин? Тише, 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 тихо. Тихо, что ли? Вторую нитку рвем, тихо. Что да? Где тихо, мы? Тихо, 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 тихо. Все хорошо. Все, с круга не выходи, спокойно. Успокойся. Тихо. Все будет хорошо, все нормально. Ты, главное, успокойся. Ты что, творишь? Все нормально. Успокойся. Ты помнишь, что произошло? Пацаны, я к вам ехал. Я здесь очнулся. Успокойся, вот стой. Доехал, видишь? Тихо, тихо. Все, все, поймали мы ее, все. Все, здесь она. И что, с ним теперь все, типа, можем его увозить? Все, вот мы ее поймали, она здесь в нитке. Так все просто? Она ушла. Нет, это не просто, вам не просто. Я болеть буду, мне плохо будет. Ну, что было? Я часть на себя взял, мне и так хреново будет. Я к вам же ехал, пацаны, вы что? Из города? Откуда ты ехал? Какого хрена мы здесь творим? Откуда ты ехал? Откуда ты ехал, куда? А? Что он несет, я что не пойму. Тихо. Где моя? Ничего, нормально. Он в себя должен сейчас прийти. Пойдем, тебе подышать отсюда. Надо, отдохнуть. Пацаны, ну, что вы думаете? Что, на воздух? Да. Не знаю. Что за херня? Что за прикол? Или на воздух давай. Какие, ну, сейчас лестница, сейчас как будет спускаться? Сейчас поможем. Ты сейчас, мне, гоблин, за все ответишь. Сейчас тебе полегче станет, матери. Хорошо, слышь, что ли? Сейчас тебе полегче станет, матери, позвони. Здесь объясните сварга. Мне, что произошло? Ну, спокой, что ли? Я вам чистый не даю. Да нам не надо вообще не касаться. Не нужна эта штука, да, ну, ну и нахер. Но надо вот эту вот гадость вместе с машиной как-то избавляться от этого вместе, а с машиной. Вы нам трехи поможете это сделать. Ну успокой, что? Не раз! Юрец! 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 Он опять без сознания, что ли? Он головой не ударился? Ударился, конечно. Вот об дверь. А вот на диван. Давай, за руки бери, я за ноги. Давай, давай, давай. Тяжело.
Мужик! Ты можешь помочь? Да. Он головой, походу, ударился. Опять. Он слабый, его много с нами не было. Живет один, что ли, он? Нет, он в Кузнецке еще живет, приехал к нам в гости. Юрец. Юрец. Ты как? Как чувствуешь себя? У тебя голова не болит? Руками, ногами пошевели. Голова не болит? Шевелится все? Шевели, ногами шевели. Шевели ногами. Не сломал? Руки, ноги, попробуй пошевели. Ногами, руками пошевели. Где он, пацаны? Сейчас помнишь, как ты падал? Ну где, пацаны, вы че? Поехали домой. Поехали домой. Пожрать ногой, хочу. Ногой жрать хочешь? Тебе надо как-то размяться. Попробуй. Ну, может, ноги из-за того, что он столько не ходил. Затекли, долго лежал. Потом тебе все расскажем. Сейчас меньше вопросов, просто давай уйдем. Да. Че, Ерес, ты в себя пришел? Нормально? Нормально ему. Сын, у меня что-то болит спина. Да конечно, ничего, ты это из-за лестницы. Натащим, сюда принес и отсюда донесу. Сюда принес и отсюда донесу. Потихоньку. Как он его потащил? Не надо. Он его так тащил? Вот, ты его так тащил? Серьезно? Да. Один. Всю дорогу. Всю дорогу. Потихонечку. Полегонечку. Хорошо. Хорошо. Дойдем до машины. Давай, короче, машину его. Я отдыхать. Сажать. Ребят. Погоним вот. Мы. Что, все-таки обязательно, да, надо ее машину. Это да, машина. С машиной. Не надо, лучше руками не трогайте, не доставайте. Все, ни поняли. К чему вам это. Все. Ну понятно. Давайте, удачи вам. Спасибо. Спасибо. Осторожней при выборе машины, чего-то другого. К чему душа не лежит, не берите. Интересно, как ты? Нормально. Нормально себя? Что со спиной? Что спина болит? Да, потом тебе расскажем. Есть, есть от чего, да. А, знаешь, самое главное, матери позвони. Какой матери? Я два часа назад уехал. Два часа? Два часа, он вообще не втупляет, что происходит. Пацаны, давайте пожрать куда-нибудь. Ну, сейчас пожрем, да. Умираю, жрать хочу. Все-таки пять дней не ел. Чего? Забей. Что с тачкой-то делать? Там уничтожаемые просто и все. Да надо. А как ее перегнать? Эвакуатор? Я за руль не сяду. Я тоже за руль не сяду. Ты перегонишь? Ну да.